Всем привет, друзья! Сегодня я пройдусь по двум магазинам Fix Price в городе Челябинск. Точный адрес ищите в описании. Пришла новая поставка и очень много интересных товаров. Подарочный пакет крафтовый. С одной стороны есть рисунок, также ленты цветные. Размер 31 на 12 на 26 сантиметров. Золотистый ярлычок с надписями, на котором можно написать, кому принадлежит подарок. Цена 79 рублей. Всего в магазине 4 дизайна, и они все симпатичные. Набор пакетов праздничных 2 штуки размером 19 на 7,5 на 19 сантиметров. Цена 55 рублей. Абсолютно разные цвета, но когда покупаете набором, они одинаковые. Эти пакеты выполнены из прочного картона, а то бывают, приходят прям совсем тоненькие. С прошлых коллекций к 14 февраля остались шары желаний. Бумажный шар раскрывается и запускается в небо. И также есть еще декорации фонарики с изображением сердец. Внутрь можно добавить светодиодную ленту. Это тоже прошлогодние товары. Набор за 99 рублей. Брелок и бумажник для кредитных карточек. Украшение подвесное сердце. Цена 55 рублей. Твердая основа, есть ленты, цвета в ассортименте. Искусственное растение лилия. 3 бутончика. 2 раскрытых и 1 закрытый на одном стебельке. При желании стебель можно укоротить. В розовом цвете и желтом. Цена 249 рублей. Фоторамка Валентин размером 18 на 18 сантиметров. Цена 99 рублей. Подвесить нельзя, только поставить на стол. Для таких рамочек фотографии должны быть совершенно небольшие. Отличаются сверху надписями. Набор резиночек для волос детских. 20 штук, все разноцветные. Для маленьких косичек подойдут. Всего в магазине нашла 3 набора. Волнистые, крученые и обыкновенные. Стык соединяется клеем. Цена 55. Женская сумочка, клатч выполнена из эко-кожи. Все края проклеены и выглядят неплохо, но со временем могут расклеиться. Цена 299 рублей. 4 расцветки вижу. В целом все универсальные. Это какой-то ужас. Я сейчас чуть не выдернула магнит с одной стороны. Поэтому в магазине, если захотите открыть, то будьте аккуратнее. Магнит работает отлично. Но из верхней крышки легко вытаскивается. Внутри 2 отделения. Есть длинная лямка, ремешок регулируемый. И одно отделение на молнии. Подклада нет, но он особо здесь и не нужен. И такой материал, на котором не видно царапин. Органайзер с надписью Home Sweet Home. Помните, такие привозили овальные формы. Эти же прямоугольные, просто они со всех сторон закреплены. Сверху есть 2 ручки. Размер 30 на 30 на 30 сантиметров. Цена 299 рублей. Наконец-то к нам в город привезли подсветку для зеркала. Работает от USB кабеля. Нужно будет приобрести адаптер. Цвет теплый. Общая длина 220 сантиметров. Вот так выглядят лампочки. Переключатель. Все части закрепляются к зеркалу с помощью двустороннего скотча. 8 лампочек. Цена 299. Очаровательные детские сумочки. Если бы я была ребенком, точно бы выпрашивала у родителей. Из полиуретана зайка. Длинный ремешок регулируется. Внутри есть не шуршащий подклад. И все края обработаны. Отлично. Спереди декоративный элемент «Блестящее сердце» с шариками внутри. Всего 3 расцветки за 299. Вот такие тканевые косметички сегодня увидела с крупным замочком. Здесь даже замок не один, их 2. Получается, что здесь 3 кармашка. Я бы, наверное, использовала вместо кошелька. Форма плоская. Материал легко промокаемый. Всего 4 расцветки. Цена 199 рублей. Я бы сказала завышенная, но сейчас так на все. Детские рюкзачки, которые мне абсолютно не понравились.
Никак не обработанный материал, просто сделанный в виде животных. Такие лямки легко могут порваться, да и на ощупь неприятная жесткая форма. Открывается сверху на молнию, кроме собачки есть страшненький заяц, но это мое личное мнение, цена 299 рублей. И в сером цвете медведь. Подкладки внутри, конечно же, нет, и карманов тоже. Пластиковая корзина для белья с откидной крышкой. Цена 299 рублей. Есть неприятный факт, и его уже видно конкретно на этой корзине, возможно, так на всех. Когда вставляли крышку, пластик треснул. 377 на 261 на 492 мм размер. Снова в продаже корзины для белья. Тканевая основа, но есть пропитка, чтобы не промокали. Размер 42 на 35 сантиметров. Цена 299 рублей, геометрия, листочки. Корзины также можно использовать для хранения игрушек. Пластиковые корзинки из серии Loft. 295 на 185 на 105 мм, пластик пищевой. Две расцветки, белая и кофейная, цена 99 рублей. Есть такие же универсальные корзины, но размером поменьше. Они тоже в двух расцветках. Можно использовать для холодильника. 20 на 13,5 на 12 сантиметров. Коврик преддверный, напоминает травку. Очень яркий, размер 70 на 40 сантиметров. С обратной стороны хорошо прорезинен. Цена 299 рублей. Также в красном, желтом и сером цвете. Коврики для ванной комнаты отлично впитывают влагу. Размер 60 на 40 сантиметров. В этот раз привезли с негустым ворсом. Цена 199 рублей. Пластиковые ящики для инструментов с рекламой известной игры. Сверху есть ручка, легко открывается, нет разделений. Стоимость 299 рублей. В таком ящике можно хранить не только мелкие предметы, но и крупные. Новый замок с двумя ключами. Очень увесистый, таким можно убить. 50 мм, 199 рублей, полностью выполнен из стали. Ух, какие яркие детские носочки привезли, цена 79 рублей за одну пару. Содержание хлопка 82%, внутри они прямо тепленькие, махровые. Носочки имеют интересный орнамент в разных цветах. И такие же детские носки, но с собачками. Тоже отличаются цветами, они высокие и поэтому очень теплые. Носки мужские, махровые, очень высокие. Прекрасный состав, 73% ангоры и 22% шерсть. Отличаются расцветкой, но вот цены, жаль, нет. Женские носочки в этот раз тоже привезли, но правда невысокие, с широкой резинкой, 67% хлопка. В верхней части есть рисунок. Есть еще вот такие милые ромашки. 59 рублей. Набор маркер-роллер, 3 штуки в упаковке. Тонкое письмо, 0,5 мм. Разных цветов для выделения текста. 79 рублей. Упаковки отличаются цветом, но внутри тоже разные цвета. Шариковый пластилин в упаковке в виде мороженки. Внутри спрятана игрушка в разобранном виде. И в одной упаковке два цвета. Из мелких шариков можно создать картинку или игрушку. Всего 6 цветовых комбинаций. Появились отличные книги. Серия «История России в лицах». Каждая книжка рассказывает о каком-либо великом деятеле, вроде Петра I или Николая II. Книги большие, с мелованными листами, цена 299 рублей. Внутри крупно написан текст, есть картинки как черно-белые, так и цветные. Качество супер. Детская познавательная энциклопедия «Супер окошки».
Пока книга новая, эти окошки особо незаметны, но они здесь есть. Каждый листочек сделан из плотного твердого картона. Также в зависимости от темы количество окошек отличается. Стоимость 199 про землю, динозавров, космос. Набор наклеек голографических. Каждая упаковка какого-то определенного цвета. Эти оранжевые, есть голубые, цена 55 рублей. Такие наклейки удобно клеить внутрь ежедневника, они не будут создавать объем. Вот еще есть зеленые и розово-красные. Много товаров выставляют с прошлых годов, и я думаю, это не исключение. Палка-стучалка. Две штуки надуваются с помощью трубочек. Баннер с ручками. Может быть, выставляют, потому что скоро 23 февраля. Синтетический шарфик с надписью «Россия». И за 99 рублей повязка на голову. Смешные волосы в виде флага торчат вверх. Игровой набор «Веселые весы». Возраст 3+. Внутрь набора входят цифры для взвешивания и сами весы симпатичной формы. 299 рублей. В очередной раз привезли шампунь Wilson Proof. 79 рублей, 500 мл. С коллагеном, глубокое увлажнение, и с кератином, полное восстановление. Бальзам с кератином тоже есть в продаже. Объем 470 мл. Если уже воспользовались данной линейкой, то как вам она? Прокладки Libres тоже новенькие, Maxi, 10 штучек. Классические, цена 79 рублей. Второй вариант зелененький. Количество 9 штук, уже Maxi Long. По сути, должны быть точно такими же, просто удлиненная форма. В коробочках упакованы тюбики бальзамов для губ. Они имеют розовый малиновый цвет, 15 мл, цена 79 рублей. Жалко, что выбор оттенков не сделали. Новые сладюшки, конфеты «Золотая лилия», торговая марка «Конти». Успела просмотреть состав, эмульгаторы и пальмовое масло есть, 200 грамм, 55 рублей, с жидким цедром. Печеньки «Фанни Кэт» по форме напоминают чем-то «Орео». 48 калорий в одной штуке с ароматом ванили за 29,50. Ко дню Святого Валентина в подарок можно приобрести трюфель в виде сердец. Фабрика «Волшебница», 120 грамм за 59. Конфеты «Нестле» со вкусом брауни. Должны быть очень вкусные, возьму, проверю. 196 грамм за 79 рублей. Но если вы придерживаетесь правильного питания, то это не для вас. Корнерсы, цельнозерновые чипсы. Я такие покупала, правда, не фикс прайс. На основе кукурузной и рисовой крупы, цена 29,50. В больших пачках привезли кофе МакКофе, премиум, мягкий, 235 грамм, цена 299. Свитбокс, мармелад с игрушкой внутри. Два варианта привезли: Monster Trucks и 44 котенка за 99. Новые чашки объемом 420 мл, в каком ужасном состоянии привезли, все грязные. Фаянс с надписью «Будьте счастливы навсегда вместе». А вот и второй вариант, но хотя бы почище, 79 рублей, и изнутри цветной. Похожая форма, только нет никакого рисунка, объем 390 мл, фаянс. Кроме белых, есть серые и черные, 79 рублей. Еще и с надписью «Кофе», но тоже, посмотрите, почему они такие грязные? Откуда их так везли и почему в таком виде выставляют? Еще новые кружки, глянцевые, с сердечком. Объем 300 мл. Каменная керамика. Узор с двух сторон, сверху интересно вырезаны. Также есть сердечки с вишенками и с бабочками. Предположительно 55 рублей. Снова привезли стеклянные банки, быстро их разобрали, второй раз уже, 310 мл, 59 рублей. Они неплохие, но встречаются с неровностями. И еще только что вынесли
и еще одну партию стеклянных банок с жестяными крышками. Они по 199. Вот эти баночки 850 мл, и в крышке есть силиконовая вставка. На этом обзор подходит к концу. Я благодарю вас за просмотр. Не забудьте поддержать мой канал, поставить пальчики вверх. Всем до скорых встреч, хороших покупок. Пока-пока!